Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам показать, даже можно сказать похвастаться, это китайская роза. Года три не цвела, я просто как-то на нее абсолютно не обращала внимания, просто ходила, поливала. Со временем куст подрос, вот он такой толщины стал. Так, я его даже и не пересаживала. Вот такой вот толщины растения. Ну, вот. Даже вот и не знаю, насколько нужно мне радоваться. Очень радоваться или гипер радоваться, потому что просто огромные цветы, красные. Это в этом году она меня реально просто побаловала, потому что много еще вот вверху бутончики, сбоку бутончики. Это второй цветок такой. Это очень редко зацветающее растение вот у меня, потому что я особо внимания не уделяю китайской розе. Как же вот ухаживать за китайской розой, гибискусом? Все достаточно просто. Поливать так. Я удобряю просто то, что все удобряю. Универсальное удобрение у меня есть, Petters Professional. Вот то, что попадает всем, то попадает и гибискусу. Потом любит солнце. Вот на том месте, где у меня фиалки горят, да, на этом месте прекрасно зацветает и растет, себя чувствует гибискус. Но я не выношу на улицу. Один раз я вынесла, он у меня постоял, я потом его еле отмыла от этой грязи, тли, куча всякой гадости. Я реально для себя решила, что нет смысла выносить растения на балкон, да, ей хватает солнца и не сильно жарко, и не трогаю, она стоит у меня на одном месте, я ее не переставляю, не выношу. Еще раз повторюсь, почему не выношу, потому что за лето на ней населяется куча интересных букашек и мошек, потом это все нужно протравливать, хотя я и так протравливаю, когда все обрабатываю, все растения в доме, я ее тоже проливаю, пробрызгиваю. Ну, это такое дело. Значит, утреннее солнце у нас до 12 часов на нее светит, где-то 12, ну, чуть-чуть, может, час, где-то так. Но с самого утра и до обеда. Так, это по освещению. Любит она такое освещение, если не будет солнышко, она не будет вам цвести. Дальше, поливать. Поливаю я ее достаточно редко. Можно ее пересушить, уже листья обвисшие, а я все равно ее полила хорошо, да, и она нормально выдерживает такой режим полива. Нормально. Даже вот я когда-то читала, что для того, чтобы стимулировать цветение и закладку бутонов, нужно создать стрессовую ситуацию. Хорошенько пересушить, а потом полить, и нормально она начнет закладывать бутоны и стараться зацвести. Вот и все. Спасибо за просмотр. Удачного вам дня!